Николай Николаевич Волков, советский и российский актер, народный артист РСФСР. Биография. Николай Волков родился в Одессе в семье актера Николая Волкова, известного ролью старика Хоттабыча в одноименном фильме. В 1956 году окончил Одесское художественное училище и в 1956-1958 годах работал на Одесской студии телевидения в качестве помощника режиссера. В 1958 году поступил в театральное училище имени В. Щукина, которое окончил в 1962 году. По окончании училища был принят в труппу театра на Малой Бронной, где служил 25 лет, на протяжении многих лет был одним ведущих актеров театра. В 1987 году перешел в театр В. Маяковского, а с 1984 года преподавал в театральном училище имени Б. В. Щукина. В кинематографе Николай Волков дебютировал в 1966 году в фильме «Черт с портфелем», сыграл несколько десятков ролей. Умер 10 ноября 2003 года в день выписки от острого, внезапно возникшего лейкоза в одной из московских больниц. Похоронен 13 ноября на Введенском кладбище рядом с могилой отца. Семья, жена, Волкова Вера Викторовна, театровед по образованию, педагог МХК в московской школе, дети НН Волкова и В. Волковы, Николай Волков, режиссер Дмитрий Волков, актер Александра Волкова, актриса, сын НН Волковой, Ова Волковой, Иван Волков, актер, невестка Чулпан Хаматова, фильмография.